Друзьяки, всім привіт! Значить, починаємо монтаж пліт. Дивіться, був два дня, ливень такий серйозний. Вся вода, що сюди ета, стеклася вниз і тільки іспаряється, нікуди нічого не витікає. Починаємо монтаж пліт, а потім я покажу, об'ясню, все розкажу. Погнали! Решили підцеплять ми вот таким методом, а потом будем рядом ложить біля, допустим, следующей плиты. Я уже буду их просто подвинуть чуть-чуть ломиком чи монтировкой и все. Мы сделаем так. Мы сейчас положим первую плиту, ну первую, там другую, а потом камеру поставим, а там дальше. И можно снимать. Она сама снимает, но я потом убыстрю, и она... Чтобы вы долго не мучались.
Thank you.
Мы вымеряли, что они должны влезти именно на внутренние стены, а они чуть-чуть, получается, плиты вышли за предел. И чего так произошло? Того, что на каждой плите... Саня, подожди! На каждой плите понабегало по 4-5 мм именно на соединениях. Из-за этого оно почти 30 плит. И вот это же получилось расширение. Что мы делаем? Мы сдвинули эту часть. Вот эту часть. На 12 сантиметров. Тут у нас места для кладки стены хватает. Всего хватает. Сейчас все будем двигать их сюда. Плиты. Сейчас покажем, как. Ну, элементарно. И потом еще предпоследние плиты, ну, последние плиты. Последняя с этой стороны и последняя с той стороны. Пообрезаем вот эти зубчики. Сами зубчики тут, бо тут будем на корыто на всю длину одне стоять, а там корыто на всю длину другое. И тем еще зменшим на пару сантиметров, чтобы стенки было больше места. И также, пользуясь случаем, наш младший научный сотрудник Александр хотел передать приветы своим родным и близким. Привет вам всем. Давай, ломик. Ага. Все, все, что хотел, я скажу, здесь сказал. Да ты ж сказал и родственникам, и маме. Обязательно сказать кому? Ну конечно, а как бы, не стесняйся. Хорошо. Своему лучшему другу Илюхе привет великий, большой. Своему дядьке привет. Моей мамке привет. Моему отцу привет. Моему куму привет. Бабушке привет. Сестре привет. Сестрищенней привет. Потом двоюродному брату привет. Потом привет тете моей. Моему еще одному другому дяде привет. Вот и что мои принцы родственники. Ну, это же другое дело, и каждый знает, кому ты передал привет. Ось мы так вставляем двух. И по чуть-чуть. Раз. Оп, есть. Переходим дальше. А все ось именно крайки, вот, допустим, чуть-чуть плита выходит. Ну, это вообще проще. Раз, все. Так само вот выходит. Раз и все. Ну, то есть, ей теперь двигай, как хочешь. И идем туда, аж до конца, куда же выйдем. Каждая плита лежит сантиметров 6-7. То есть так как надо, и 5 сантиметров хвата лежать. Так, Саня встал. Ось хрестик. Ставим хрестик на тій пліті, яка у нас отак от ходить. Десь ілі виямка в армопояс, ілі щось з плітою. Ну, тобто ми не будемо розбиратися. Хрестик поставили, ми знаємо, що її треба передивитися і підложити металічну підкладку. Йдемо далі. Thank you.
Щось таке саньке трошки сужається. Так, я і так добре на все. Ну так, дави на все. Вот мы равномерно разделили. Получается тут здесь 15. И на этой стороне так само 15. В том краю толще трохи 17 десь. И все, и сейчас мы обрізаємо ці хвостики і цю плиту ще звигаємо сюди на 2 сантиметри. Бочина у нас 19, тобто 17-18 сантиметрів буде для ряду бочини. Голови хватить, а бочина 19. Зараз я навіть положу бочину, ось сюди викиди. Як воно буде йти? Бо всі мене спрашують, а як же ж буде йти? Давайте шлакоблок. Ось отак. Отак буде йти шлакоблок. Ось. Плита буде витягуватися, якщо треба. Якщо тут буде забиватися навозом, а воно буде тут десь, будемо вимивати мойкою. Ну, розмачать, вимивати кожен раз. І пліту. Також я ще вирішив, що буде все-таки на 3 відділення сарай. 3 відсека буде по металічній перегородці буде перегораджуватися. І напротив кожної пліти, ну якоїсь пліти, допустимо, тут я виберу. Ось ця пліта буде йти двері ось так. Що я зможу напротив двері витягнути або підняти просто пліту. І так кожну двері, 3 пліти. Ну так, стінку ви побачили, що я... Бо всі ж думали як, що я буду вважати ось так. Стіни. Ну так, якщо пліту підняти, або поміняти, або ще щось, так буде неудобно. А так буде самий раз. І за цього ми армопоясом відходили 5 сантиметрів.
все робили за цього міста. От так все виходить. Зараз ми з Санею пройдемося малим, кожну по трасе подивимося, перейдемося. Ну, по моїм почутам, три пліти проблема. Пропеллер. Или вона лежить десь на нижній точці, ну, то есть підложим металічну. Будемо считати зараз, походимо, все передивимося і все. Рустам, Замін, Русик, Денис, прошу любити жалувати, будьте так добрі, йдіть уже сюди робіть. Вони ролик будуть дивитися, так що для вас все готово. Всім спасибо за внимание і всім пока.